Эффект 3 в 1. Казалось бы, так сложно. Жакет, юбка, топ. Как можно это все совместить в одном элементе? Встречайте, дорогие наши модницы. Премьера – это новинка. И мой выбор на сегодня – это платье Вилена. Самое главное, на мой взгляд, это то, что действительно это 3 в 1, это раз, а 2 – это 70-й размер, 68-й, 66-й доступный, 64-й. Я к вам обращаюсь, если вы носите эти размеры. Где вы будете искать нарядное платье? На Shop and Show. И вы его уже нашли, платье Вилена. Надя, Лана, мне сразу, да. Вот я не случайно, пока ты говорила, я показывала нашим модницам, насколько это платье комфортно. Вот часто модницы отказываются от такой детали, как пиджак или жакет. Посмотрите, что происходит с нашим платьем Вилена. Мы совместили все ваши любимые базовые вещи. Пиджак укороченный, юбка-карандаш и топ, белоснежный нарядный топ. И вот часто, одевая женщин, я обратила внимание, что они отказываются от укороченных жакетов или пиджаков. Что происходит с нашим платьем? Нигде ничего не торчит. И потом, ты заметила этот эффект 2 в 1? Как правильно расположилась юбка, mm-hmm. и то, что она темная, у нее то правильная есть, длина. У меня особая любовь вот к таким, таким моделям. Сложным. Да, имитации верха и низа. Я обожаю такие платья, они смотрятся очень интересно. 3390 рублей и платье Вилена, это, как правило, такое платье, которое вы не встретите на своей подруге. Это эксклюзив. Платье Вилена, и что самое главное, до 70-го размера у нас есть пока еще. Но кто позвонит сейчас, тот успеет свой размер зарезервировать. Поверьте, есть размеры, которые заканчиваются быстрее остальных. Это 52, 54, 56. Дерзайте, звоните прямо сейчас. Ну что ж, это платье выполнено из трикотажно-вискозного полотна. Именно поэтому мы видим сейчас идеальную посадку по фигуре. Надя, и как ты заметила, у меня широкие бедра, но это платье не впивается в зону моих бедер и не выделяет какие-то неровности. Что происходит с моей фигурой? Вы только посмотрите на эти плавные переходы от зоны бедра к талии. И это очень важно при посадке платья. Итак, плотное трикотажно-вискозное полотно садится на любую фигуру. У меня фигура песочные часы, у нашей Даши прямоугольный тип фигуры. И посмотрите, за счет укороченного жакета мы видим зону талии. Юбка оригинальной длины скроет колени. Это королевская длина. За счет этого силуэт вытягивается, значит, вы становитесь стройнее. Очень красивая ткань, красивый принт. Дорогие друзья, любите ли вы жакеты? Носите ли вы их каждый день? Я уверена, что нет, потому что это не всегда удобно. А когда вам предлагают вот такую вещь, 3 в 1, жакет, блуза, юбка, разве возможно отказать себе? Конечно же нет. Вы посмотрите, какая красота. И пока еще есть ваш размер. Носите 68-й, есть он, 70-й, есть, 52-й, есть, но 62-й уже начинает заканчиваться, так что быстро. Быстро набираем наш номер, успеваем зарезервировать свой размер. Кстати, это платье здесь совсем чуть-чуть не хватает до бесплатной доставки. Вы можете взять, например, палантин Зарина. Пригодится осенью, а вместе с этим платьем равно бесплатная доставка. Обратите внимание, дорогие модницы, как правильно выбрать свой размер. Даша выбрала на размер больше. Ее размер 54-56, и мы выбираем платье по верхней части. Посмотрите на зону бюста. Благодаря нашему укороченному жакету мы выглядим более аккуратно и более хрупко. Мне очень нравится здесь подача рукава. Этот тип называется королевский рукав. И посмотрите, мы видим цельнокройный рукав. И благодаря этому мы можем позволить себе выбрать платье на размер больше. Линия плеча плавно переходит в линию руки, тем самым удлиняя наш силуэт. И потом, Надя, ты заметила этот Т-образный силуэт? И это еще один прием стройной фигуры. За счет этого плечи у нас немножко раздвигаются, бедра становятся уже, и фигура становится более пропорциональной и стройной. Но все-таки это похоже, очень похоже на торжественный, нарядный комплект. Когда вы отправляетесь на торжество, на свадьбу, вы чаще всего ищете именно комплект. Но сколько бы стоил такой комплект? Давайте посчитаем. Вот такой элегантный, великолепный жакет. Жакет стоил бы порядка 3000. Далее у нас внутри топ. Блуза 2000. Далее юбка 3000. Получается уже 8000 за костюм. Мы не переплачиваем. Мы с вами платим только 3390 рублей. Все, больше мы не платим ничего.
Стирайте дома. Температура воды 30 градусов. И помните, мои дорогие, что такие качественные трикотажные вещи можно легко стирать при помощи детского шампуня. Намыльте воду, опустите туда это платье, хорошо прополосните его и повесьте на плечики. И помните, что его не нужно гладить.